кричат. Да вообще непонятно, реально, что там бык. Надо было сразу пальцы отрезать. Те бы уже раскололись давно. Ему не знакомят. Да там голову уже реально резать надо, а не пальцы. Они же конкретно упоротые. Все равно молчать будут. Проходили, бля. Блеют, сука, херню, учителя, экзамены. Ну да, у этих уже, походу, и пальцы кончились. Бы, ты там что замолчал? Резь уже херы им, что ли? Да, давай! Надо же что-то делать реально, пока остальные упоротые не подтянулись. Ну, напрямую они на нас залупаться засут. Привыкли в лесу ныкать. Ну, тогда что, валим этих и на хазу? Соберем уже все бараки и навалимся. Да что, бля, вообще плохо. Кандалы занимают. Это свободные червоули. Два дня, сука, на вёрт заходит течение. Так, а какого хера ты тогда пальцы растопырил? Ну, это не что уже? А зачем я нас только по тренику? Ну не надо тебя! Это ж ты слышал забился, что всех баб их на хазу притащит. Пацаны там, понятно, тут будь есть уже. Так что теперь, если не привезешь, то братки! Реально ты, я подколол! Красава! Ладно, проехали. Это подлога не честно. Мы же даже не узнали ничего. А ведь фартануло как! Что здесь пристать решили, и ложков этих поймали. Это ж первый раз за сколько? Пару лет. Ну это да, пока реально брухо. Ладно, замяли. Может и дальше жить будет. Прошвырнуться в сторону деревни надо. Чуток, может, посыпаем чё. Ну вот, дело говорит. Вы, Кузя! Чё у вас там тихо так? Вы их там чё, пользуетесь что ли? Они ж без баб уже полгода чалятся! Это да, но вообще, конечно, реально западло, что все бабы у козлин лесных. А пацаны в нашем общем доме реально пухнут уже. Ну так а кто знал, что они тут живые останутся? За лагерь этот старикий еще звонил, как он тут цыпочек пользовал. А то когда было, сразу как война случилась. Чисто уточнить на бессознательность заходил. Да, реально, он сразу после войны звонил. Они-то тогда совсем соплюхи были. Тот старик радовался. Я и не понял тогда, по малолетке чаялся. Хорошо пиндосы освободили. Ракетами. Короче, харе базарить. Пошли искать баб этих. Эй, Кузя, мы чисто до конца деревни прошвырнемся. Слышь, пацан, метнись чисто, глянь, что там они замолкли. А баб-то этих видел кто-то? Ну, подросших. Вован? Да. Брателла, ты там чё вообще? Вчера драны. Братка войну. Пацаны, эта сука тут херит! Откройте, братаны! Перезарядка! Готов! Чё за намля, сука? Братва! Утюжка намякается, сука! Да! Мечка на глаз натянул!